Хеллоу, привет! Значит, пока непонятно. Так, ну лук я уже сменил. Красота! Вон впереди ледник, оттуда холодком веет. Ребята, посмотрите, как тут круто. Холодненькая! Класс! Замечательно! Какие потоки, а? И раскрывается вид. Это Гриндельвальд, детка. Да, ребята, моя боязнь высоты и любовь к горам иногда сочетаются, иногда нет. Что ты? Чего ты смеешься? Давай, глупый камень. Смотри, он сейчас как обратно пойдет. Ох, как тут чудово. Как там бурлит. Вау. Свобода. Ухиляешься там? Хеллоу, привет! Люди ожидали. Это джойстики. Сегодня у нас хайкинг в Швейцарии. Приехали мы в Гриндельвальд. Пробудем здесь 5 часов, поэтому что успеем отснимем. Такой легкий у нас аусфлюг. Обзор. Поэтому давайте, ставьте лайки, подписывайтесь. Аня тоже с нами, но она как всегда прячется. Все, погнали. Будем искать, куда пойти. Вот здесь такой вот вид сразу открывается по приезду на парковку. Кафешки, дома. Люди летают. Красота. Вот такой вот тут массив горный с ледничками. На самом-то деле мы не готовили никакой маршрут. Просто спонтанно приехали с немецкой компанией Райзбюро Циммерман. Просто погуляем здесь, может сейчас пойдем в леса, посмотрим, есть тут пару вариантов. Ну, пока движем здесь по городу. Так, пока гуляем по городу, осматриваемся, куда тут нырнуть. Где купить себе недвижимость, да? Рассматриваем. Какая булка большая. Круассан. Значит, пока непонятно. Идем за... Все идут, как говорится, и мы идем в одну сторону, туда прямо. Не знаю, потом куда-то налево уходит. Вообще, на самом деле, здесь подъемник на ледник. Тут же ледник. Вот, но подъемник стоит чуть-чуть дорого. Не сегодня. Не сегодня. Поэтому в следующий раз. Пока сейчас мы приехали на разведку спонтанно. Так, ну лук я уже сменил, потому что начало припекать, солнышко, жарко. Красота. Так, пойдем узнаем, сколько стоит подъемничек. Расскажем. Может, и не так сильно дорого, конечно. Так, Гриндельвальд Фёст. Подъемничек стоит 68 франков туда-обратно. Вот, далее эти буклетики взяли на будущее, чтобы все изучить, потом подготовиться приехать уже на машине сюда. Сегодня мы на автобусе, вот. Сейчас девочки сходят в туалет, ну и пойдем, я думаю, что идем куда-то туда. Так, ну наконец-таки все... Все дела здесь сделаны, узнали, сколько подъемник. Идем, решили, куда будем идти, куда, в принципе, изначально планировали. Пойдем в ущелье. Вроде говорят, там тоже платный вход. Шлемы не взяли, но у меня есть этот самый. Сыночка моя. Да, спасет меня, если что. Чтобы мозг не разлетел. Так что выдвигаемся. Выдвигаемся. У нас, по сути, сколько времени? 5 часов. 5 часов, поэтому я думаю, что успеем туда идти
в районе часа и обратно в районе часа. Плюс там мы по месту разберемся. Самое главное, чтобы комутик нас не подвел. А то, как в прошлый раз, мы немного заблукали. Тут нету времени блукать. Поэтому... А так, сзади меня тут гора. Красота. Девки фоткают. Я снимаю. Вон впереди ледник, оттуда холодком веет. Пахнет. Повитря просто еб***. Я уже в таком виде, что мне подобается повитря. Я люблю идти и нюхать. Ребята, посмотрите, как тут круто. Весна, апрель месяц. Тепленько. Мы, конечно, шмоток понабирали. Зазря. Ну, ничего. Сейчас мы туда пойдем, там будет попрохладнее. Чем ближе к этим горам, тем прохладнее. Мы, конечно, пока идем через жилой сектор тут. Гостиницы, отели, жилые домики, старенькие, такие красивые, у всех лужаечки, елочки. А вон робот косит травку сзади меня. Здесь никто не работает. Да, здесь все отдыхают. Ребятки, рекомендую сюда приехать. Вообще, не жалейте, ухляйтесь. Вот как близко, ребята, этот ледник. Сейчас сезон как раз таяния ледников. Главное не попасть. Ну, тут он небольшой. Слышу уже шум воды. Вон внизу река горная стекает. А девочки, все фотки махины. Парапланеристы летают. Класс, погодка. Так, а вот там вот кемпинг. Для автодомов, может, для палаток. Ну, в какой поток реки. Замечательно. Прям круто. Шварцелюш. Как всегда, указатели. А, видишь, вот это вот под охраной ЮНЕСКО. Вельтербе. Так, а нам надо вот Мраморбург. Брух. Так, ребята, ну самое по традиции надо попить водички. Козленочка пристроилась. Холодненькая. Класс. Лайки, два лайка можно поставить. Да, ставьте лайки, подписывайтесь. Немножечко идем на подъемчик, правда, по асфальту. Надеюсь, мы там зайдем чуть-чуть в леса. Девчонки там плетутся. Людишки живут. Все молчат, тихо. Птички поют только. Так, уже начинаются каменные кучки. Тут что-то добывают уже. Мраморный каньон. Вот там, смотрите, как чудесно, прелестно. Чё? Да? Да. Доча батон, энергия, протеин. Ну тут возле водички так уже прохладненько. Смотрите, какая тут красота. Красиво и слегка прохладно. А на эту сторону посмотрите, как замечательно, какие потоки, а?
и раскрывается вид. Это Гриндельвальд, детка. Так, ну что-то мы дошли как бы к этому каньону, но непонятно, там закрыто. Когда он работает, что он работает. Сейчас пойдем в обход небольшой, обойдем. Тут ведет дорожка в лес, посмотрим, что там. В общем, я пробил, там вверх подъем. В принципе, просто прогуляться вверх можно, ничего там на консоли ничего нет. Сейчас пойдем здесь возле этого центра сядем, перекусим. Там был по пути еще один поворот. Может, он нас сюда приведет, куда-то поближе. Вот, девочки покушают, а я пока изучу территорию. Но все равно, ребята, вид потрясающий. В ту сторону нет смысла, мне кажется, идти пешком. Сильно далековато. И солнца, нету деревьев по долине, поэтому мы тут погуляем сейчас. Я решил чуть-чуть подняться наверх, показать сверху. Вон девочки там. Вон они. Как тут свет. Нужно сорваться так капитально. Супер. Так, вот там вот мы должны были пройти по тому мостику, через туннель, вот это через скалу. И вот чуть-чуть голова подкруживается, ножки подкашиваются. О, опа, надо текать. Стрёмно. Реально стрёмно. Да, ребята, моя боязнь высоты и любовь к горам иногда сочетаются, иногда нет. Подкосились чуть-чуть ноги, наш почувствовал какую-то слабость. Решил уйти оттуда, пойду тоже перекушу. Ну, а вы пока ставьте лайк и подписывайтесь. Ну, а тем временем девочки, припевочки, пьют ягерек, все по традиции. Класс. Класс. Короче, эта история закрыта до мая. Не сезон еще, но мы не отчаиваемся. Вроде есть путь туда, 40 минут, сейчас пойдем вверх. Так, еще раз вам покажу вот этот вот каньончик сзади меня. Ну что, 12:30 на часах, мы чуть перекусили. Все-таки будем выдвигаться вот туда, наверх. Девочки вроде уже в настроении, выпили ягеря, можно идти. Сейчас посмотрим, я пока одеваться не буду, если там будет прохладно, то... придется чуть-чуть что-то на себя накинуть. Так. Как так? Ну, подниматься нам немного. 300 метров. 296 метров. Поэтому для нас это пыль. Это красиво. Можно было бы тут перекусить. Ну, шанс. Тут нигде даже жопа. Тогда здесь. Что у нас все есть? Красиво тут. Лесу. В горах воздух чистейший, ребятки. Чистейший. Вдыхаем. Это Гриндельвальд, это джойстики. Вот такая вот тут стандартная каменистая история. Обувь у нас правильная. North Face, T-Rex, Love, Wauda. Как говорится, я же говорил, не надо было перед подъемом кушать. Никто меня не слушал. В автобусе столько времени-то было. Всегда надо кушать в автобусе или в дороге. Хотя бы за полчаса. А потом наверху покушать. И вот она уже отдыхает. Так, ну мы вот пришли до следующего указателя. Это мы поднялись 300 метров вверх. До вот этой точки. Видите, там перекрыто. Дорога туда почему-то. Тут какой-то Альпиглен. Вонера. И вон, ага. Тут маршрут почему-то, видимо, там был обвал. Скорее всего. Видите, какие валуны? Вон, ну там вот был тоже обвальчик. Прикольно. Ну что, пошли? Так, тут уже... чуть-чуть местами влажная дорога. Тут сюда все стекает. Это капец. Камнепад, это, конечно, очень опасно. Ну, мы надеемся, что все будет зашибись. И мы дойдем. Вон, видите, как там скалы.
жалко, щеки не втягиваются. Готово. Готово? Let's go. Дальше. Пришли, видите, тут добывали мрамор раньше. Айсгевининг. Это лед добывали? Лед, да, лед добывали раньше. Да-да-да, мы смотрели про эту передачу, как раньше добывали лед. А зачем его добывали? Для коктейлей. Вода. Так, мы тут пришли, стрелочки ведут туда. Пойдем на спуск, но я хочу туда чуть-чуть быстренько загонять, посмотреть, что там. Там хороший вид откроется сейчас. Ой. Идите сюда, тут красивый вид. Такая полянка, камушки. Вау! Так, и там шумит что-то. Я подозреваю, ребята, что там есть даже водопад. Может быть. Куда эта дорога ведет? Куда-то ведет? А, ничего себе. Да. На одном камне стоит такой. Так, ну мы все-таки решили чуть-чуть сюда пройти. Я думаю, что тут есть какой-то секретный местяк, куда стрелочка не ведет. И будет какой-то секретный видос. Я уже вижу. Да. Тут лежит мраморный камень. О, посмотрите, как тут. Тут реально классно. Офигеть. Посмотри, все стекает. Тут будет вид сверху просто. Мы спускаемся вниз, а тут будет вид сверху. Так. Один. Два. Три. О, каньончик. Ребята. Офигеть. Блин, ну я боюсь. Я боюсь. Можно ниже спуститься тоже. Офигеть, вот там он парит. Это он туда забрался как-то и там парит. Вон они идут, мои крошки. Анька решила оттуда сфоткать. Но оно не будет скользко, конечно. Ой-ой-ой. Да, вон водопадик даже маленький. Близко не подходи, прошу тебя. Мы решили с дочерью чуть-чуть ниже приспуститься. Тут тоже... как бы есть такой... Ай, аккуратно, ветка тут, Ариш. Есть такой маленький спуск. Вот, ребята, мы пришли. Такой каньончик. Водичка, видите, как плачет, стекает. Мы сейчас еще туда пройдем. Пошли. Сюда за веточки. Аккуратно. По тропинке иди, вот. Теперь надо тут пройти. Сейчас, постой здесь, сейчас папа на разведку входит. Люди! Посмотрите, ребята, какой там класс. Водопад. Моя голова подкруживается. Уф! А высоко. 300 метров. Так, ну что, ребята, вот так вот чуть-чуть показали сверху. Сейчас будем спускаться вниз. Ну, а вы не забывайте, что, доча? Поставить лайк и подписаться. 100%. Вот такие вот интересные места можно обнаружить, отойдя немножечко от маршрута. Так, ну, движем вниз. Вы что, тоже будете спускаться? Естественно. Естественно, они тоже будут спускаться, идут. Вон они, королевы. Ну, возвращаемся на маршрут. Посмотрим, может, он приведет нас прямо вниз. По идее, должен туда, в каньон. То есть, грубо говоря, мы обошли. Там, где было перекрыто, мы обошли с другой стороны. Зайдем в конце. Посмотрим. Главное, чтобы там был маршрут в обход, чтобы мы не возвращались вообще обратно, а пошли другим путем. Сейчас посмотрим. Что ты? Чего
вот ты смеешься, давай, давай, глупый давай. Камень. Смотри, он сейчас как обратно пойдет. А, пошли. Так, ну мы спускаемся вниз. Дорога ведет чуть-чуть вниз. Ступеньки. Сейчас приспустимся, посмотрим, туда или не туда. Так, ну вот такая вот тропинушка. Тропинушка ведет, вот каньончик. И медленно-медленно, аккуратно спускаемся, потому что камни тут отвесные, скалы. А вот мы сейчас сюда вниз и спустимся тут. Ага, я понял. А там вот мостик. А здесь смотровая площадка, да. А вот, ребятки, мы вышли на смотровую площадку. Написано: туда не ходи, сюда не ходи. И повниз не прыгать. Ох, как тут чудово. Как там бурлит. Ау! А он Ленчик. Как всегда, коротких путей экстрима. Вот тут вот есть цеплялка, чтобы цепляться. Ну, камни сыпятся. А где дочь? Там пошла. Закрутили, чтобы цепляться. Я не знаю, как ты тут слезешь. Спрыгну на тебя. Нет. Спрыгну туда. Обрыв. Доча! Давай, слазь. Свобода! Ухиляешься там? А. Так, а вот там вот идет, видите, внизу дорожка. Это та, которая была закрыта. Стоит 20 евро. Ну, в прошлом году стоило 20 евро проход. Получается, через весь каньон ты идешь. Ну, открывается только лето. Ну, ничего, мы сюда еще, я думаю, приедем. Тут есть где походить, ехать относительно недалеко. Девки все в телефонах. Запостить надо. Так, идем на мостик. И очень хорошо, что еще дорога продолжается. И вот так мы сейчас обойдем его. Ага, вон вышка там. Все. Да, потому что не все знают. Или все знают, что он закрыт, и поэтому сюда не ходят. О, вот тут вообще. Ой-ой-ой-ой, ребятушки, посмотрите, какой класс. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, дочь? Сильно. Вот так вот посмотри. Именно прямо туда. И там он открывается, видишь, ледник. Супер. И в эту сторону открывается каньончик. А вот там вот площадка, доча, это типа вниз прыгать. Да, там еще есть натянута сетка, и ты просто над каньоном. Не знаю, это знаю. Ага. И планеристы там парят. Так, ну что же, наделали селфи, выдвинулись дальше. Девочки еще там доделают селфи. Я чуть-чуть дошлифовал маршрут по ходу. Чуть-чуть дальше там его простелил, проложил. Вот. Так что, я думаю, что должно достойно получиться, достойно. Смотрим и переключаемся. И, конечно же, ставим лайки и подписки. Это джойстики из Одессы. А тут, видите, натянули, чтобы туда не лазили. Вниз. Такие прям альпинистки. Так, сюда подойти, посмотреть, что тут понатянуто. Видимо, какая-то история. Интересно. Ой, как тут елочкой пахнет, ребята. Тут я рюкзак свой тут кинул. Да, тут, наверное, спускаются вниз. А, вот там вот мы были, кушали. Там стартует этот
А, вон там ребята прыгают или слазят. Обалдеть, обалдеть. Красоты чудесные. Чудесные красоты. Да, вот там вот ребята прыгают вниз. Вот там плохо видно. Ну, вот этим тропинки идут внизу. И сквозь этого каньончика просто проходишь внизу. Класс. Высоковато. Так, ребятки, мы вот чуть-чуть подошли вниз. Отсюда вообще хорошо видно. Видите, как тут высоковато и красиво. Ну, вон там вот чудачок как-то туда зашел, пробрался. Да, конечно, он под мостом прошел 100%. Это, наверное, один из той компашки. Так, ну мы поняли, что чудак туда пробрался. Чудак пробрался, он сейчас будет вести видеосъемку оттуда снизу. А вот тот товарищ, который здесь управляющий, сейчас будет кого-то спускать. А, я понял, ты летишь на этой штуке. Ого! Что? Ну ты прыгаешь, и она тебя вот так вот... Наверное, или что? Да, наверное, да. Сейчас будет, да. Ребята, сейчас я покажу. Так, я чуть-чуть забрался в запрещенное местечко. Я тут подснимал. Перекрыто было. Хочу нормально отснять, как они прыгают. Вот оттуда. Сейчас просто полетит вниз. Это капец. Это капец. И туда. Ушел в ущелье. Ушла. Это, ребята, экстрим. Просто улетело. Ну, она там бултыхается. Класс. Высоковастенько. Так, ну мы все-таки решили присесть в этом барчике, выпить по холодненькому пивку. Тем более сзади видно ледничок. Хорошо просматривается. Замечательно. Ты не дронен. Так, ну что же, присели. Ты бы показал вид, с которым мы присели. Да, вид я уже показывал. Этот зонт. Пивко. Давайте. А, давайте. За наш услуг. А, давайте. А, давайте. Опа-ля. Арина? А, ура. Юху. О, пивко холодненько. Вкусно. Так, в общем, попили пивка и идем дальше. Сегодня именно такой трекинг на релаксе.
Но мы уже усердно спускаемся вниз. Дальше, дальше. Все ниже и ниже. С разных мест открывается разный вид. Вот сзади у меня опять ледничок. Красота. Альпийские козочки. Супер. Так, ну все, в принципе, заканчивается наш Аусфлюг. Ой, какой сзади у меня вид. Приближаемся мы уже к паркингу. Сейчас зайдем магнитик, купим по традиции. Ну и все, будем ждать автобус. Осталось 30 минут до автобуса. Как-то так. Так, ну что, вот. Такой магнитик мы купили, маленький, определились, Гриндевальд. У нас мало места на холодильнике, пока купим новый холодильник, будем собирать маленький. Что, ребята, спасибо, что смотрели, такая была легкая сегодня у нас, неплановая, как всегда, спонтанная прогулочка. Доча, что надо сказать? Легкая. Что надо сказать, доча? Ну, дораму смотрите. Смотрите дораму, говорит, и ставьте лайки. Окей, чус. Это джойстики. До новых встреч.